Привет, друг, с тобой Эван. Продолжаем играть на сервере Смотра Рейдж, все как всегда. И сегодня, по ходу, последний видос, связанный с обновлением на Смотре. Сегодня вместе с вами мы погоняемся, устроим гонки на разный призовой фонд. Ну, скорее всего, это будет по 100 тысяч, а вот сколько участников и как это будет, смотрите дальше в ролике. А я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере свой личный промокод Evan. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. Знаешь что, в качестве автомобиля я выбрал банан, потому что он капец как управляется и капец как едет по ускорению. Все это прекрасно же знают. Из моего автопарка, который состоит из 12 автомобилей, кстати, скоро выйдет ролик про автопарк, где я покажу все свои тачки. Посчитаем, сколько они все стоят, я же знаю, вы любите циферки, вот. Самый лучший автомобиль по максималке у меня GTR. Как это абсурдно бы не звучало, который едет 310, вот. Банан едет 300, но банан лучше управляется. У меня есть идеальный просто чип на банан, на разгон и на управление. И он мне капец как нравится. Поэтому мы поставим как бы от банана чип. Вернее, не банан чип. Вернее, на банан чип. Вот, и уже на банане будем гоняться. Хотя хер знает, я походу тут чип куда-то просрал, потому что он не так едет. Он не так едет, он был на идеальном чипе, я сейчас хз, куда его просрал. Нам надо где-то лямчик снять. Бабки сними еще. На гоночки. Охуенно. Мне кажется, я уже их въебу. Ну да ладно. Короче, пацаны, есть 12 гонок. Вот все метки, вот где они находятся. Можете, в принципе, зайти и сами посмотреть. Мне капец как привлекает вот это, потому что, мне кажется, она по прямой будет. А я обожаю по прямой ездить. Вот, есть вот эта, 9-я, на которую все любят ехать. Поэтому поехали именно на нее. Все забирает, либо мы просто ездим, и потом победитель раздает бабки. Как будем делать? Эван всем раздает бабки, давай, да. Да, типа, если я выиграю, раздашь, если другой, то не, да? Мне просто интересно покатать гонки, типа, можем просто покатать все гонки, типа, а бабки потом, кто выиграет, просто раздает. Либо, ну, останавливаем. Ну да, либо оставляем себе бабки, типа. Давайте попробуем просто, потом деньги вернем каждому, а потом уже посмотрим. Ну, все согласны, да, что потом никто не закрысился, бля. Сначала просто проверим как. Просто попробуй. Ну давай. А Эван, короче, преодолевает финиш и потом отдаст бабки. Создаем вступительно 100 тысяч. Так, можно вот сюда встать? Вот так. Оп. Да. А что, как заходить-то? А, понял. А, просто на тачке заезжай. Ебать. Вот это гонки. Пронесло. Я думал, Макларен сейчас едет, там пиздец. А, ты не успел, брат. Поехали, поехали. А, чекпоинтов-то нет. Блять. Похуй. Срезаю. Чекпоинтов же нет. Главное доехать первый к месту. На сюда. 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 Блять, главный переезд переехать. То эти поезда, это имба будет. Оп, сюда. 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 Блять, зачем я сказал, что деньги будем отдавать, а? Ладно. Ща было подло максимально. Чтоб ему поездом попал. Да, ему поезд! Есть! Ебать, он решает. Стоп, 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 стоп. По железнодорожный. Давай, 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 давай. Блять, обгонит. Блять, я выиграл. 360 тысяч. А, 40 тысяч комиссии. Ебать. Ебаный поезд. Да-да. Блять, 360 тысяч, 40к комиссии. Блять, невыгодно. Короче, поехали. Какую-то другую выберем. Погнали, посмотрим, может, на трассе что есть. Вот есть третья гонка. Шлюхи какие-то. Нет, да? Не, вот, поехали, короче, в порт. Поехали в 12-ю гонку, пацаны. Главное, какая у тебя тачка. Главное, кто сидит за рулем. И какие у тебя номера в глазах? Да, блядь, не напоминай. Так что, пацаны, решаем. Победитель забирает все, либо делим. Ну, сейчас можно забирать. Да, то есть все согласны, да? А, да. Окей. О! Не, что за фигня? 100 тысяч, пацаны, сейчас будет самое жесткое. Я бомж, да. Начинаем. 3 километра.
пристегнуться, главное, надо. Все, погнали, ебать, вот это эпично, Need for Speed на Unreal Engine 2, блять. Фух, повезло, столб, красава, спасибо. Не, ну по прямой здесь хурик просто дергает, реально. Кран пока. Блять! Ну что за дебилы, сука, на R6 ездят, а? Бля, плохо здесь нету этого. Хурик. Хурик. Фура. Ебать. Надо съезжать. Ебать. Давай, давай. Но я, сука, так близко. Если бы у меня тачка немножечко помощнее был. Ла. Хурик разъебался. Блять, тайкан. Не, здесь по прямой. Это хуйня. Это херня, это херня. Давай, 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 хурик разъебался. В 90 и М8 осталось. Главное, чтобы они еще разъебались где-то. Не, это по прямой, это гонка за F90. Сука, если бы у меня тачка немножечко побыстрее была. Если бы, сука, немножечко побыстрее была тачка. Блять, я просто еду за вами, вижу, вы врезаетесь, я вас предогоняю, и вы просто улетаете. Кран опять петля. Да, он вначале улетел. Поехали, выберем какую-то гонку, блять, надо брать гонку в городе, а то по максималке вы уходите, это пиздец. Короче, на 10-ю гонку погнали. Пацаны, вот так бы собраться, типа, у всех одинаковые тачки, например, у всех бананы, либо у всех геттеры, там, человек 10 на лям, 10 лямов. Это, мне кажется, это будет очень жестко. Ну, типа, кто реально готов погоняться прям на реальную сумму на одинаковых тачках? Я думаю, пишите в комментариях, соберемся и погоняемся. Опа, я здесь. Да у меня движок умер, прикиньте, я ремонтировал, стоял. Да. Знаешь что? 100 тысяч. А на лям сейчас и написать. Дайте банан заберу, подождите, бля. Вы мне поддадитесь, да? Кран заехал? Да я по-любому поддам все-таки. Ты хоть заехал? Два раза поддался. Да я заехал, заехал. Бля, сзади надо было вставать. Он шарящий немного. Ебать, погнали. Сука, столб. Самое прикольное это 9-е, потому что там поезд, и поезд решает прям реально. А вот здесь ехать как бы такой, блять, хурик поехал. Они, сука, шарят эти гонки, потому что они занимали всегда первое место, а здесь заняли последнее, отвечаю. Если выучить все гонки, все карты, мне кажется, можно и выигрывать немного. Так, оп. И поебашил. F90. Бай-бай! Не, ну это было некрасиво. Это было некрасиво. Но я запомнил, блядь. Ох, ебать! Вот это... Сука, столб. 6 километров, чего? А куда ехать? Блядь, надо было по дороге просто и съехать потом, я дебил. Не, ну это тупо, что не написано, реально. Можно было по дороге и съехать, и быстрее приехать, отвечаю. Если у тебя F90 хурик, мне кажется, хурик выиграет, он шарящий. Хотя хуй знает. Нет, F90, кстати, недалеко так и уж уехала. Все, ебашим. Я по такой ебалей еду. Не, я уже проебал 100 тысяч, это понятно. Мне интересно, приедет кто первый, хурик или F90? Прикол, что кран приезжает, я вообще охерею. Такой, пацаны, там надо было просто по прямой ехать. О, F90. Похуй, срезаем. Срезал, блин. Надо как фор... Блин. Снег капец как мешает. Блядь! Это громко было, сори. Здесь может через воду как-то перелететь. Ебашим, просто ебашим. Я буду меньше комментировать, потому что напряженка, я ебу. Да сука, ну-ка. Бля, снег мешает. Кран? Чего? Ты чё здесь забыл, Аля?
Жалко, они пишут позиции всех участников. Ну, короче, сделали так. Чисто деньги отмывать. F90 только что стояла, вот там поехала. Ой, мне херню я сделал. Ой, херню я сделал. А может и нет. Да. Мстислав. Это Е38? Это Е38 выиграла? А, нет, подожди, это F90, стоп. Я же F90 красная. Не, это имба, пацаны, надо брать что-то одинаковое. Потому что если тачки там Хурик, F90, это разница прям большая. Да, метка сразу пропадает, и хер знает, куда ехать. Но здесь прям имба была, вот ехать по дороге. Вот выехал вот здесь буквально. Поебашил по прямой и просто здесь и ехал. Ну кто бы знал. Кто бы знал, а я бы знал. В принципе, на этом все, пацаны. Давайте подведем маленький итог по гонкам. Ну да, прикольная система, что можно погоняться. Соперников тебе нужно искать самим, чтобы они все были как бы в один уровень, то есть с одинаковыми максималками, желательно. Потому что если у тебя банан, у пацана Жига, а у третьего пацана Винтадор, то понятно, кто выиграет. Конечно же, Винтадор. Такое чувство, что эту систему смотра добавила в последний момент, когда нужно выпускать обновление, они посмотрели, что очень мало чего сделали. Расскажу почему. Вернее, повторюсь, почему. Потому что ты подходишь на гонку, не пишется расстояние гонки, не пишется описание гонки, не пишется, вообще не рисуется, как бы, карта гонки, куда ехать, что ехать. Как бы ты просто подходишь и вслепую едешь куда-то. Можно сказать, это обновление вслепую. Отвечаю, все вслепую нужно делать. Пиши в комментариях, как тебе гонки. Успел ли ты уже выиграть или проиграть деньги. Также, если ты хочешь поучаствовать в следующих гонках, пиши в комментариях. Возможно, потом возьмем все одинаковые автомобили, либо мотоциклы, погоняемся. Не забывай подписываться на канал, ведь здесь выходит очень много интересного, полезного и веселого контента. Также скоро будет конкурс. Нажимай колокольчик, чтобы его не пропустить и всегда смотреть мои ролики первыми. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.